Вы смотрите актуальное интервью. Меня зовут Петр Васильев. Здравствуйте. В этом году Якутия отмечает знаменательное событие – 100 лет золотодобычи в регионе. Золотодобывающая отрасль сегодня играет решающую роль в структуре промышленности республики, внося весомый вклад в валовый региональный продукт, занятость населения и налоговые отчисления. О значимости данной отрасли мы сегодня поговорим. Гость у нас в студии – Максим Терещенко, министр промышленности и геологии республики Саха-Якутия. Максим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала тогда вернемся в историю, раз мы уже говорим про столетний юбилей. Как зарождалась золотодобывающая промышленность у нас? Ну, история, она всегда многогранна. И, наверное, каждый год, каждый ученый продолжает делать в ней новые открытия. Но я так на нескольких фактах остановлюсь. Действительно, 100 лет назад, ну, чуть-чуть больше, мы столетия имеем в виду именно начало промышленной добычи. Поэтому, почему? Потому что в далеком 1923 году человек, который получил опыт на Бадайбинских приисках, Иркутская область ныне, Михаил Тарабукин, приехал в Якутию, попробовал на действительно незаметном ручье, неприметном, да, то есть, ну, незаметное название, все алданцы прекрасно его знают, поискать золото, и нашел золотник. Ну, в сумме, если так взять, да, то есть что-то такое, ну, более, немногим более 5 грамм. Соответственно, об этом узнали в Якутске. Была правительством республики организована, скажем, помощь. Вальдемар Бертин присоединились, была создана вот эта первая артель, потянулись люди туда. Поэтому это уже был 24-й, соответственно, год, и был создан такой як геол-трест, то есть наш золотодобывающий трест, который уже где-то в 25-м году стал называться уже привычным для многих именем «Алдан золото». И несмотря на то, что в руках были лопаты, кирки, тачки, наша Якутия уже тогда, 100 лет назад, стала ведущим регионом в стране по объемам добычи золота, которое необходимо было для приобретения новых станков, оборудования, просто для изменения жизни людей. Это было 100 лет назад, но после этого приходили и другие люди, их, конечно, прекрасно знают. И вот директор первого треста Егор Харитонов, несомненно, это легендарная личность сегодня, Степан Васильев и Максим Кирович Амосов. В те времена был причастен к развитию золотодобычи. Шло все это поэтапно. Якутия была в лидерах, направляла золото в помощь стране в годы Великой Отечественной войны. Кстати, 7 из 21 героя Советского Союза, они работали в золотодобывающей отрасли. Поэтому, знают, ну, дальше вот очередные рекорды были связаны с именем Тараса Десяткина. Угу. Все помнят Степана Васильева. Вот недавно, кстати, в Алдане была названа улица в честь многолетнего директора компании «Селегдар», например, Анатолия Лабуня. Поэтому очень много фамилий и историй, связанные с этим столетним юбилеем. Ну, действительно, история богатая. Я вначале отметил, что сегодня отрасль золотодобычи вносит существенный вклад в валовый региональный продукт. Какое значение для экономики? Все-таки какие? Отличный вопрос. Я, знаете, если, например, просто так обозначить, 10% сегодня налоговых доходов республики – это от золотодобычи. Все подумают, а что это, ну, 10%? Ну, это порядка 25 миллиардов рублей. И вклад, ну, сопоставим, вот возьмем это субсидии, которые выделяются, например, сегодня в направлении у нас сельского хозяйства, можно взять на культуру и программу по развитию Арктики. Вот только налогами от золотодобычи, представляете, да, какой вклад сегодня вносят наши люди, которые работают в этом направлении, на этом производстве. А ведь помимо этого идет вклад содействия в развитие просто городов, сел, помощь нашим коренным малочисленным народам севера. Вот, например, Селегдар напротив Алдана как раз через федеральную трассу строит вот Селегдар Виллыч, например. Взять вот в год столетия в Нижнем Куранахе, в Алданском районе, введен вот дом по программе «Дом РФ», компания «Полюс Алдан» сделала замечательный, отличный каток, который сегодня востребован населением.
И ну, такие примеры можно и нужно перечислять. Вот сейчас идет правильная работа по строительству школы в селе Втяне, например, компании «Норголд». Поэтому это только малая часть, ведь это труд 15 тысяч человек. И упор делается на наши местные кадры. И просто представьте, если количество семей, да, то есть, ну, вот детей, это же просто невероятно. А сегодня золото, в общем, не только отличный элемент промышленности, который вносит весомый вклад в развитие экономики, но и социальное развитие тоже, оно дает большой толчок. Максим Викторович, если говорить о конкретных цифрах, сколько золота, можно ли посчитать, за этот век добыли? За эти 100 лет? Да, не всегда данные были открыты, но можно сказать, что это более 2000 тонн, то, что Якутия на гора дала своей стране. За все 100 лет? За 100 лет, да. То есть даже можно говорить где-то более 2100 тонн в столетие, да, то есть вот такие символичные тоже цифры. Если взять за последние 5 лет, например, то это более 227 тонн. И мы уже на протяжении 5 лет входим в число 3 передовых регионов страны по золотодобыче. Угу. Этот металл, он нужен стране. Мы знаем, особенно в текущих условиях, золотовалютные ресурсы. Это металл, который позволяет в любые, даже самые сложные годы, вот годы Великой Отечественной войны у нас были, обменивать его на востребованную технику, и как военную, так и гражданскую, на современные станки в том числе. Это металл, который сегодня активно используется нашей промышленностью. У каждого сегодня есть телефон, нас снимает камера, есть мониторы телевизоров везде. Очень, то есть кто-то использует наушники, да, то есть везде сегодня есть в той либо иной степени содержание этого драгоценного металла, которое дает Якутия. Максим Викторович, вы сегодня много сказали о том, как золотодобытчики поддерживают население и регионы, районы, в которых они присутствуют, а как мы поддерживаем этих золотодобытчиков? Есть ли какие-то специальные программы? Знаете, такая, сделаю отсылку тоже почти на 100 лет назад, понимая роль, которую стала играть золотодобыча в Якутии, еще в далеком в 1930 году был создан Валдани техникум как раз для подготовки кадров. Уже тогда понимали, что для этой растущей отрасли нужны кадры, именно местные кадры. И вот эта история подготовки кадров для нашей промышленности, она продолжается и сегодня. У нас для золотодобычи работает и Алданский техникум, в Нерюнгри техникум работает, кадры готовят горно-геологический техникум в Хандаге. И ряд других. Вот мы приезжали в Северо-Восточный федеральный университет, там тоже прекрасно знают золотодобывающие компании. Есть меры поддержки на Дальнем Востоке и региональные инвестпроекты, которые позволяют... Вот сегодня много говорят, когда о льготах, например, для компании, но забывают о другом, или эта часть информации не доносится, что предоставленные льготы, они компаниями направляются не в дивиденды, там, не куда-то там... Я не знаю, ненужные аспекты, да, то есть они идут, перевкладываются в развитие самих компаний, то есть это реинвестиции. Поэтому у нас появляются современные горно-обогатительные комбинаты, то есть у нас компании могут приобретать современные экскаваторы, автомобили и обеспечивать тем самым дальнейший рост. Есть меры поддержки по линии корпорации развития Дальнего Востока, нашего Минвосток страны, когда идет компенсация, частичная компенсация строительства инфраструктурных объектов, будь то дорога, линии электропередачи, ну, ряд других, ну, то, что обеспечивает функционирование любых компаний. Ну, этот перечень можно продолжать, но самое эффективное, я думаю, это вот прямой диалог, взаимодействие с компаниями, понимание тех проблем, которые у них есть, и оперативное принятие решений. А какие сегодня ключевые отраслевые проекты можно выделить у нас в республике? Конечно, это КЮЧУС. Да, он сегодня на ранних стадиях, но, если интересно, отдельно могу упомянуть. Это проекты, сегодня вот набравшие мощность, но я уверен, у них тоже впереди большое будущее, у компании «Полиметалл», Нежданинское месторождение. Они с опережением вышли на полную мощность, развитие продолжается. Конечно, это проекты компании «Полюс Алдан». И здесь можно прямо
ряд направлений у них выделить. И развитие текущей их фабрики и Куранахской, и проектов кучного выщелачивания на Надежном, Южной группы. Можно и нужно говорить и о проектах Нерюнгри Металлик сегодня, Нордголд. Там мы знаем Таборный, Гросс. Но ведь не так давно у нас было открыто месторождение Роман, 40 тонн. Это ну, такой невероятный успех не только для страны, вообще и для мира. У нас набирают обороты алмазы Анабара. Компания «Селигдар» вот, в Алданском районе реализует зифхвойное. Уже ну, то, что там серьезные строительные работы, я думаю, все видят, когда ездят по федеральной трассе. Но в следующем году уже ждем запуск этой фабрики, в 26-м выход на полную мощность. Ну, о проектах много можно говорить. Много. Я уверен, что планы масштабные. Кстати, говоря о планах, Максим Викторович, сегодня много говорим про историю, про результаты добычи прошлых лет. Какой объем на этот год? Что планируем успеть вот за эти два месяца буквально? Ну вот сейчас по итогам 9 месяцев у нас побиты все годовые рекорды многих лет до этого, включая рекорды СССР. Всего лишь за 9 месяцев мы вышли практически вот 38 тонн нашей компании. Надо отдать должное. Кстати, они работают в 15 районах нашей республики. Это говоря о вкладе еще одном, да, пример. То, что мы в очередной раз, третий год подряд, превысим планку в 50 тонн, это точно. То есть в этом году тоже показатели в 50 тонн? Да, да. А какие-то планы на следующий год уже ставите? Ставим, или? Но об этом мы расскажем на нашем форуме, который будет в декабре. Тогда давайте заключение про инвестиции в геологоразведку. Какой сегодня объем средств туда инвестируется? Абсолютно правильный вопрос. Вы спросили о недалеком завтра, а геология – это и о завтра, и послезавтра, и о целом столетии. Наш глава республики встретился с президентом, была поддержана инициатива о том, что нужна десятилетняя масштабная программа. Сегодня у нас компания уже вкладывает порядка 45-50 миллиардов только в геологоразведку в республике, а здесь масштабный план кратных увеличений федеральных средств, десятилетний план, он затронет тоже многие районы у нас в республике, это будет колоссальнейший эффект, это новые рабочие места, новые предприятия, включая нашу Арктику, что очень важно, и это развитие не только золотодобычи, но и всей нашей Якутии на столетия вперед. Это не может не радовать, Максим Викторович, уверен, с такими инвестициями планы в 50 тонн более чем осуществимы. Я думаю, что цифра будет и больше в последующие года. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наш вопрос. Спасибо вам. Это было актуальное интервью. До встречи.